Всем здорово, братва, вы на канале Злейфера, как обычно я Злейфер. И заранее хочу сказать, что это новый контент для нашего канала, а уже точнее мы его. И это видео я делал около недели. Ну а вам удачного просмотра, заварьте чайку и поставьте лайк. Погнали! Начнем с сути ролика. Что же это за канал и как его создавали? Его история и много другое вы узнаете в этом видео. Начнем же! Для начала давайте поговорим, как создавался канал. Сначала поговорим о том, что было до известного ныне канала Злейфер. Первый мой канал был Мистер Маршал. Этот канал сейчас уже не найти, но если прям постараться, то возможно. Но я не скажу как. Ну, там мне было за него стыдно, я потерял к нему доступ. Потом игровой канал Дебила Скриликса. Ну, все был просто Скриликса. Ну, это уже не важно. Ну, там мы с другом пили влоги, но было по лет 10-11 тогда. После Динглгаста был Ванцофт и Миклер. Это уже постмерч канал. Ну, а кто же такой Динглгаст? Это первый успешный наш канал, где было 50 подписчиков, но мы его сломали. Да, это был первый с фермы общий канал. Но после я создал канал Злейбер. Там было, ну, плюс-минус 30 подписчиков. После я позвал ферма, и канал стал Злейберн Ферм. После он стал уже известным нами Злейфер. Но сейчас уже нет фермы, он ушел с канала из-за неактива. Сейчас он делает Злейбер. Ну, ладно, не будем о плохом. Теперь поговорим о том, как придумали название нашего канала. Это было долго, очень долго. Ну, расскажу вкратце. Был это Бразиквель, он сейчас есть, он жив. Его ник из демонологии. Там я нашел Злей. Ну, это что-то типа демон, черт, ну, без разницы. И я придумал приставку Бир. Ну, потому что Злей уже был занят, такой ютубер. В общем, ник я делал около 2-3 часов. А почему БР большие? Потому что. Я не придумаю лучшей причины. Просто так надо. А после пришел Ферм, и канал мы жали до Злейбером Ферм, ну или же Злейфер. А как развивали канал? Развивали мы его довольно тяжко. Сначала есть мало мета со стримов, эти видео уже удлины. А потом на подписчиках 40, плюс-минус, мы начали стримить сервер House MC, где набрали 150 подписчиков. После я пошел снимать сервер LavaCraft, там где я набрал хейтеров и 300 подписчиков. Потом мы чередовали сервера и набрали так 590 подписчиков. Ну, вы сами знаете, можете прямо сейчас отслеживать. Ну, вы можете увидеть все сами. А да, кстати, говно ролики уже удлины с канала. А суть этого ролика, как Злейфер 2.0, история канала. Подумайте как сами. А зачем мне этот канал? Я люблю развиваться в чем-то. Я люблю творчество. С лет 9 моя цель. Успешный ютубер. А сейчас с новым компом, кстати, ждите обзор, это вполне возможно. А как я буду развивать его? Видео каждый день. Вот так. Ну, в принципе, все. Ждите вторую часть, она будет не скоро, но она будет. Где я расскажу, как я развивал канал поподробнее и почему ферм ушел с канала. Ну, вам удачного просмотра. Или уже конца просмотра, вернее сказать. С вами был Злейфер. Ставьте лайк. Всем покеда. Пау.